В Междуреченске состоялся традиционный объезд территории. На этот раз комиссия во главе с Владимиром Черновым посетила детские загородные лагеря, чтобы оценить условия. Первая остановка в санатории «Романтика». Сейчас там отдыхают и оздоравливаются 170 детей. По назначению врача дети пьют кислородные коктейли, получают физиолечение, принимают ванны. Следующая остановка в лагере «Светлячок». Владимир Чернов отметил хороший пищеблок, где уже много лет готовят еду для детей в параконвектомате. Завершился объезд в лагере «Звездочка». Сейчас там воспитатели и вожатые ждут начала очередной смены. Замечаний к междуреченским лагерям нет.